поворот фордевинт из обратной стойки на вингфойле поначалу кажется сложнее, он требует уметь переступать на доске. Зато на выходе из этого поворота вы встаете в удобную для вас стойку, что значительно проще сохранить тягу и скорость, тем самым не дать доске коснуться воды. Особенно это актуально для слабого ветра, когда вы вынуждены кататься на крыльях больших размеров. Поменяв стойку, заходя в поворот, держите крыло перед собой. Быстро развернув винг, направьте нос доски от линии ветра, тем самым сохраните тягу. Этот поворот удобен и для захода на волну. Поменяв стойку, вы можете быстро менять направление доски, тем самым оказавшись на волне. Поэтому тренируйте его, он очень пригодится вам как в слабый ветер, так и в первых ваших проездах по волне.